Ну что, самое время посмотреть результаты, которые только что пришли на почту. Открываем. Барабанная дробь. И... готовьте решать задачи на собеседовании. Да! Получилось. Забавно, что то, как они сформулировали ответ, больше похоже на отказ, чем на прием. Но, видимо, так любят математики троллить тех, кто тоже хочет стать математиком. Ну что, отлично. В таком случае шоу продолжается, значит, мы еще кое-что снимем. Я планирую изменить свою стратегию подготовки, и здесь, я думаю, мне поможет мой опыт со Стэнфордом. А как именно, расскажу в следующий раз. А пока, до связи. Да, и кстати, не забудьте подписаться, кто еще не успел это сделать.